Воздушная гавань Ханты-Мансийска примет рейсы из Красноярска. Авиакомпания «Россия» запускает новое направление уже этой осенью. Перелет без пересадок. Билеты можно купить на сайте Аэрофлота. Вылет из Красноярска запланирован по средам и субботам. Из Ханты-Мансийска также. Стоит отметить, что новый маршрут входит в перечень субсидируемых. Полеты будут выполнять борты Superjet 100. Добавлю, сейчас из столицы Югры выполняется порядка 30 авиарейсов, в том числе 13 за пределы округа. К примеру, из Ханты-Мансийска можно улететь в Екатеринбург, Казань, Минводы, Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи и так далее.